Раз, два, три. Все, пошло. Сука, нахуй ты сюда приехал? Сука, вон они, блядь. Я надеюсь, мы уже оторвали. Я, походу, проебал. Ну что, пацаны, девчонки, всем здорово, с вами Даник, Максим Житков. У нас сегодня будет состязание на мотоциклах. Кто дальше отдалится от этой точки за час? На ютубе есть много подобных видео, там и за 12 часов, и за 24 часа. Но мы сделали за час, потому что бензин нынче дорогой. Сейчас расскажу о правилах не выезжать на дорогу общего пользования, потому что у нас эндуро техника, она не предназначена для дороги общего пользования. Поэтому каждый выезд на асфальтированную дорогу минус 500 метров от общего маршрута. Выехал 5 раз, ну и все, минус 2,5 километра. Как ты это узнаешь? Твою камеру посмотрю. Так, что еще? Есть асфальтированная дорога, можно ехать по обочине. Потом будет проблема, если надо будет переехать на другую сторону, проблема в том, что там дорога. Но всякие хитрости тоже можно использовать. Мотоцикл можно перенести. У меня это не получится, потому что я с девушкой, а сам я мотоцикл хер подыму. Вроде бы все сказал, все рассказал. Далее вы сами все увидите, как, что будет происходить. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. Делаем 100 тысяч подписчиков на канале, разыгрываем Альфу. Ну а мы поехали. Так, пацаны, сейчас ставим таймер на 1 час и будем уже выезжать. Раз, два, три, ставим. Вот, один Давай. Час. Правильно? Все? Да. Раз, два, три. Все, пошло. Так, кстати, там Максим говорил у себя в приветствии, что надо подписываться на телегу, бо подписчики телеги первые узнают о выходе видосов, поэтому ссылочка будет в описании. Настя, прыгай, бо у нас времени мало. Все, я погнал. Крепением ему сесть, да. Все, пока. Никуда. И, блядь. Ебать, куда я поехал? Лучше по щебенке поехал. Нахуй ты сюда приехал? Как ты тут проедешь, интересно? Настя, ну встань. Максим, убери свой дрешпак. Вот он, Даня. Сука. Настя, иди туда, сейчас выеду.
Ребята, недавно наткнулся на канал Кирилл Першин. Пацанчик снимает видео на мототематику, покатухи, обзоры и так далее. И это, кстати, ребята, по совместительству мой подписчик. Когда мы ездили на заброшенный город, он, оказывается, катался вместе с нами. Пацанчик старается для своей небольшой аудитории в 62 подписчика всего лишь. Он снимает довольно-таки прикольные видосы. Ссылочку на его канал я оставлю в описании, поэтому заходим, подписываемся, пишите, что вы от меня. И кидайте ему разные идеи для видео и поддерживайте, блин, молодого начинающего блогера в развитии своего канала. Я уже сам на него подписался, помогаю чем могу, всякими подсказками, где монтировать, как это правильно делать и так далее. Поэтому оцените, ребята, его старания. Ну а мы медли долго не будем и давайте смотреть дальше видосик. Тёма, Паш, давай мне поможешь принести. Не-не-не-не. Сука. Ну! Что ты там делала так долго? Так, вот тут дороги нема. Чарты летит из Москвы на Бали. Чарты то, что у меня так болит. Сейчас бы главное не пиздануться с этой идеей. Иди туды. Настя, быстрее! Ебать, Настя, стекай! Слазь быстрее! Давай, иди сюда! Я дальше нам куды? Я честно скажу, понятия не имею, где мы есть. Ебать, где мы есть. Пиздец, а как выехать отсюда? Я тут вижу какую-то дорогу. Я ебу. А я нашел другую. Слазь, может, лучше. И беги вниз. Ну как беги, аккуратненько, чтобы не упасть. О, не люблю, но целую. Я надеюсь, мы уже оторвали. Я ее обнимаю. Ебать, а, во, все, увидел. Тебе вспоминаю, а я Ее глаза карик,
комментарии. Сейчас, мне кажется, нам люлей дадут. Куда мы выехали, ё-моё? А как выехать отсюда? О, а ну стой, стой, встань. А как выехать отсюда? Мы, короче, видео снимаем. Надо отдалиться от точки, но на дорогу выезжать нельзя. Я как-то полями выехал сюда и не знаю, куда ехать дальше. А как нам туда выехать отсюда? Вот туда, там, полем. Ну, ты едете туда, полем. Понял. Давай, Настя, сейчас я разворачиваю, прыгай быстро. Ты задолбал. Бля, я с кукурузой, а не, я с этим. Я кому-то во двор выехал. Мы заехали до мужика, куда ехать, как выехать. Так, а что там по времени? Макс, у нас полчаса. Макс, я поехал. А куда? Я не скажу. Ну, я через дичку. Сука. У нас чем маршрут, блядь, один и тот же, че я не пойму. Все, чина, эту дорогу я знаю, вроде. Вот так мы с Антоном ехали, а нам сюда. Простая формула. Греешь в моем сердце под первым номером. По-моему, все должно быть по-твоему. А я нашел другую. Не люблю, но целую. А я ее обнимаю. Смотрю, о тебе вспоминаю. Я глаза карим. Без комментариев. Из неба, как у Феррари. Держу пары, она из Италии. Бля, а тут я не знаю, как переехать. Тут все. Блять. Давай туда на поле поедем. Хотя... Да, надо его туда тянуть. Садись. Что-то я заебался. Поворот, нихуя себе. Видишь, 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 ванный, видишь, ванный, 1.85 м. Нихера себе, тут кладбище, ебать. Куда я заехал? А тут-то все, походу. Блять, и как нам выехать отсюда? Это нет альтернативы, мы идем локомотивом. Это за мной коллективы, у меня в генах вендетта. Ковырю я не бандиты, но она уже не верит в это. Сука, вон они, блядь! Пидорасы нахуй! Вставай! Спускайся, иди вниз!
Ёбаные, блядь, как они нахуй там проехали, я не пойму, перетянули его, чи шо? Куда мы выйдем, если мы так поедем? А куда ты едешь? Подальше. Если она правее, левее 80, старомеру. Куда я не знаю, я сам не знаю. Ага, хорошо, спасибо. Мир, в котором я живу. Неужели, блядь, таймер вышел? Не, 4 минуты еще, ебаный свет. Блядь, быстрее. А только не по дороге. Короче, снимаем видео, кто дальше отдалится. Поставили точку, но по дороге, по асфальтированной, нельзя ехать. По полям, по всему. Я по обочине, по песочку. Время вышло. 25 секунд, садись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.
время вышло. Все. Время вышло. Таймер остановить. Так, звоним Максиму. Интересно, у него там 4G есть, бо у нас тут 4G ловит. Ё-моё, вы бы знали. Я не знаю, насколько я еще отдалился. Я сейчас у Макса спрошу, где он есть. Алло, ты где? Я тоже уже остановился. Как село твое называется? Сейчас я посмотрю по хатам, подожди. Я у Медведовки. Ебать, где я есть, Макс? Я дячковки хуй знаде. Блин, я не знаю, как посмотреть. Блин, где это Медведовка? Короче, у меня один раз наехал на дорогу минус 500 метров. Получается, я от Булавки. Ну, короче, если именно по прямой без дороги, 18,5 километров. Подожди, сейчас посмотрю, сколько мне до Булавки. Мне до Булавки 18 километров. У меня 18,5, я один раз наехал, так было бы 19. У меня 23. Да? Да. Охуеть. Охуеть, я так старался, блядь, и проебал. Все, сейчас я к тебе подъеду, подожди. Давай. Ебать, вроде бы только разъехались, а расстояние между нами 15 километров. Ребята, я в шоке. Обидно, вы не представляете как. Я так старался, так, блядь, ехал. Кому-то заехал вообще в огороды. Блядь, хоть бы трошки этой капусты домой спиздил. Так не, давай газу. Ну, короче, сейчас Макс приедем, будем что-то решать. И вот я нажимаю маршрут, и меня выбирает он 33 километра. У 25. Меня вот так вот, смотри, ставлю так. Вас, блядь, 1-1. А, ты тут смотрел? Да. Ну, у меня 500 метров еще минус. Ну, у меня где-то так же. Что, блядь, ничья выходит? Охуеть, вот это вот. Я с тобой вот, там поле, я там стоял. Понял? Ага. И тут стоял. Ну что, пацаны, девчонки, неожиданно концовочка. Я вначале подумал, что я проиграл. Потом, сначала подумал, что я выиграл. Потом я подумал, что проиграл, когда Максим сказал, что у него 23. Ну, короче, в итоге оказалось, что у нас ничья. Мы, можно сказать, одинаковое количество раз наехали на дорогу. Ну и, короче, оказывается, Максим был не так уж и далеко от меня. Я был на выезде с села, а Максим был чуть дальше, но по параллели, ну, короче, по ровной линии, где-то в поле. Посмотрели по картам, а мы на одинаковом расстоянии. Моя версия тут на моем канале. Максима версия с его шлема на его канале. Честно скажу, эмоциональный видос. И потерялся, не знал, куда ехать, как заехал куда-то, потом и мотоцикл разворачивал на подножке. Ну, короче, кому-либо это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, хотите ли вы еще подобное видео или нет. Делайте 100 тысяч подписчиков, ну а мы увидимся уже в следующем видео. Ну и всем удачи, ребята. Всем пока. Жизнь кончится завтра, она у нас будет длинной. Ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся, будь слабой, а я с тобой буду сильным. Жизнь кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Чарты летит из Москвы на Бали. Чарты то, что мы не